Вчера я приехал в Пятигорск. Нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте у подошвы Машука. Во время грозы облака будут спускаться до самой моей кровли. Весело жить в такой земле. Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чистый, свеж. Как поцелуй ребенка. Солнце ярко, небо синее. Чего бы кажется больше? Печорин. Давно ли здесь? Оборачиваюсь. Грушницкий. Мы обнялись. Я познакомился с ним в действующем отряде. Он был ранен в ногу и приехал на воду на неделю прежде меня. Ее дочь Мэри. Хочется. Как ее называют на английский манер? Давай побудем еще. Они здесь всего 3 дня. Однако ты уже знаешь ее имя. Да нет, я случайно слышал. Признаюсь, я не желаю с ними знакомиться. Ты гордая знать смотрит на нас, на армейцев, как на диких. Какое им дело, если ум под нумерованной фуражкой, сердце под толстой шинелью? Грушницкий юнкер. Он только год в службе и носит по-особенному роду фронтовства толстую солдатскую шинель. Его цель — сделаться героем романа. Я его понял. И за это он меня не любит. Хотя наружно мы в самых дружеских отношениях. Я его тоже не люблю. Я чувствую, что когда-нибудь мы с ним сойдемся на узкой дороге, и одному из нас не сдобровать. Стакан. Если бы был тут сторож, он сделал бы то же самое, но еще поспешнее, надеясь получить наводку. Я не был нисколько тронут, глядя на нее в эту минуту, когда душа сияла на ее лице. Нет. Я лгал, но мне хотелось его побесить. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом. Я думаю, частые сношения с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя. Нынче поутру ко мне зашел доктор,
Его фамилия Вернер, но он русский. Что ж тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец. Эта княжна Мэри прихорошенькая. У нее такие бархатные глаза. Именно бархатные. Я тебе советую присвоить это выражение, говоря о ее глазах. Нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Ах, как я люблю эти глаза без блеска. Они так мягкие, они будто бы ласкают тебя. А что зубы у нее белые, это очень важно. Ты говоришь о хорошенькой женщине, как об английской лошади. Что до меня касается, то я убежден только в одном. В чем это? В том, что рано или поздно в одно прекрасное утро я умру. Я богаче вас. У меня кроме этого есть еще убеждение. Именно то, что в один пригадкий вечер я имел несчастье родиться. Ты решительно не хочешь познакомиться с Лиговскими? Решительно. Помилуй, это самый приятный дом на водах. Все здешнее, лучшее общество. А ты у них бываешь? Нет еще. Я говорил с книги ни разу два, не более. Напрашивался в дом неловко. А здесь это и водится. Другое дело. Себе носил эполеты. Помилуй. Да этак ты еще интереснее. Да. Ты просто не умеешь пользоваться своим выгодным положением. Да, солдатская шинель в глазах всякой чувствительной барышни делает из тебя героя, страдальца. Какой вздор. Я уверен, что княжна уж в тебя влюблена. Знаешь ли, Печорин, что княжна тебе говорила? Как? Она тебе уж говорила обо мне? Не радуйся, однако. Тут завелся не разговор у колодца случайно. Кто этот господин с таким неприятным и тяжелым взглядом? Мой друг Печорин, я тебя не поздравляю. Ты у него в дурном замечании. А право жаль. Мэри очень мила. Вера! Вера, Вера! Что вы здесь? Мы так давно не виделись. Давно.
и переменили Собу во мном. Стало быть, уж ты меня не любишь? Я замужем. Опять? Но несколько лет назад эта причина уже существовала. Но между тем... Может быть... Ты любишь своего второго мужа? Или он очень ревнив? Так что он молод, хорош, особенно верно богат. Скажи мне, тебе очень весело меня мучить? Ведь я бы тебя должна ненавидеть. С тех пор, как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий. Может быть, ты оттого-то именно меня и любишь. Радости забываются, печали никогда. Вера! Муж родственник княгини Леговской, Семен Васильевич. Она живет рядом с нами, и мы часто бываем у княгини. Дай мне слово познакомиться с Леговским. И ухаживать за княжной, это может отвлечет от нас внимание. Вера, единственная женщина в мире, которую я не в силах был бы обмануть. Я ей это повторял всегда. И она мне верит. Хотя говорит противное. И вы хотите целую жизнь остаться на Кавказе? Что для меня Россия? Страна, где тысячи людей. Потому что богаче меня будут смотреть на меня с презрением. Тогда как здесь, здесь даже эта толстая шинель не помешала моему знакомству с вами. Дамы на водах все еще верят нападениям черкесов среди белого дня. Вероятно, поэтому Грушницкий сверх солдатской шинели повесил шашку и пару пистолетов. Здесь жизнь моя протечет шумно, незаметно, быстро, под пулями дикарей. Если бы Бог посылал мне
каждый год один светлый женский взгляд, подобный тому. Боже мой! Черкес! Не беспокойтесь, сударыня, я не более опасен, чем ваш кавалер. Поздно вечером, то есть часов в 11, я вышел погулять. Город спал. Только в некоторых окнах мелькали огни. Что теперь делает Вера, думал я. Вдруг слышу быстрые неровные шаги. Верно, Грушницкий. Так и есть. Откуда? От княгини Леговской. Как Мэри поет. Как поет. А знаешь ли, я пари держу, что она не знает, что ты юнкер. Она думает, что ты разжалованный. Что мне? Господи, какое мне дело? Нет, я только так это говорю. Знаешь, что ее сегодня ужасно рассердило? Она нашла, что это неслыханная дерзость. Я на силу мог ее уговорить, что так хорошо воспитан, и так хорошо знаешь свет, что не имел намерения ее оскорбить. Она говорит, что у тебя наглый взгляд. И верно, ты о себе самого высокого мнения. Она не ошибается. А ты не хочешь ли за нее вступиться? Мне жаль, что я еще не имею этого права. Он уже имеет надежды. Вчера у колодца первый раз явилась Вера. С тех пор, как мы встретились, она не уходила из дома. Мы в одно время опустили стаканы, и она, наклоняясь, сказала мне шепотом. Ты не хочешь знакомиться с Леговскими? Мы только там можем видеться. Упрек. Скучно, но я заслужил. Танцы начались польским, потом заиграли вальс, шпоры зазвенели, фалды поднялись и закружились. Я стоял позади одной толстой дамы, осененной розовыми перьями. Пестрота ее платья напоминала времена фижм, а негладкая кожа времена черных мушек из тофты. Самая большая бородавка на ее шее прикрыта была фермуаром. Она говорила своему кавалеру, драгунскому капитану. Это княжна Леговская, пренесносная девчонка. Вообразите, толкнула меня. И даже не извинилась, да еще обернулась и посмотрела на меня в лорнет. И чем она гордится? Надо бы ее проучить. За этим дело не станет, отвечал драгунский капитан и отправился в другую комнату. Ангажирую вас на мазурку. Что вам угодно? Княжна давно уже обещалась танцевать мазурку со мной. О, ну нечего делать. В другой раз. Я тотчас подошел к княжне, приглашая ее вальсировать.
Она небрежно положила руку ко мне на плечо, и мы пустились. Я не знаю талии более сладострастной и гибкой. Я не хотел с вами знакомиться, потому что вас окружает слишком густая толпа поклонников, и я боялся в ней исчезнуть совершенно. А вы напрасно боялись. Они все прискушные. Все? Неужели все? Все. Даже мой друг Грушницкий? А он ваш друг? Да. Он, конечно, не входит в разряд скучных. Но в разряд несчастных. Конечно. А вам смешно? Я бы желала, чтобы вы были на его месте. Ну что ж, я сам был некогда юнкером. Право, это самое лучшее время моей жизни. А разве он юнкер? А я думала... Что вы думали? Ничего. Довольна ли ты моим послушанием? Княгиня между тем усадила дочь за фортепиано. Послушай, я не хочу, чтобы ты знакомился с моим мужем, но ты непременно должен понравиться княгине. Тебе это легко. Ты сможешь все, что захочешь. Мы ведь только здесь можем видеться. Только? Ты знаешь, что я твоя раба. Я никогда не умела тебе противиться. Но за это я буду наказана. Ты меня разлюбишь. Княжна Мэри перестала петь. Ропот похвал раздался вокруг нее. Я подошел к ней после всех и тоже сказал ей что-то насчет ее голоса. Довольно небрежно. Мне это тем более лестно, что вы меня вовсе не слушали. Но вы, может быть, не любите музыку? Напротив. После обеда особенно. Грушницкий прав, говоря, что у вас самые прозаические вкусы. Я вижу, что вы любите музыку только в гастрономическом отношении. Вы ошибаетесь опять. Я вовсе не гастроном. У меня прескверный желудок. Остальную часть вечера провел возле Веры. За что она меня так любит, право не знаю. Пришел Грушницкий и бросился мне на шею. Он произведен в офицеры. Мы выпили шампанского. Армейский мундир, сшитый здесь, на водах, не придаст вам ничего интересного. Он не знает, сколько надежд придали мне эти эполеты. А, эполеты. Эполеты. Ваши звездочки. Путеводительные звездочки. Я совершенно счастлив. Ты идешь с нами гулять к провалу? Я ни за что на свете. Не покажусь княжне, пока не будет готов мундир. Прикажешь ей объявить о твоей радости? Пожалуйста, не говори.
Скажи, однако, как твои дела с ней? Любит ли она тебя? Любит. Помилуй, Печурин, какие у тебя странные понятия. Ну как же можно так скоро? Даже если она любит, то порядочная женщина никогда этого не скажет. Хорошо. И однако, по-твоему, порядочный человек должен тоже молчать о своей страсти. Братец, есть на все манеры. Многое не говорится, угадывается. Берегись, Грушницкий. Она тебя обманет. Меня? Мне тебя жаль, Печурин. Завтра приятно удивлены. Это секрет. Завтра будет готов его мундир как раз к балу. Наконец я буду танцевать с ней целый вечер. Вот наговорюсь. Когда же бал? Завтра. Ты что, не знаешь? Большой праздник, а здешнее начальство взялось его устроить. Пойдем на бульвар. Нет, ни за что на свете. В этой гадкой шинели. Как ты ее разлюбил? Я отгадываю, к чему все это клонится. Лучше скажи мне просто теперь, что ты ее любишь. Но если я ее не люблю? Тогда зачем же преследовать, тревожить, волновать ее воображение? Я тебя хорошо знаю. Если хочешь, чтобы я тебе верила, приезжай через неделю в Кисловодск. Мы переезжаем туда послезавтра. Княгиня пробудет здесь дольше. Сними квартиру рядом. Едешь? Я обещал. Говорят, эти дни ужасно волочился за моей княжной. Где нам, дуракам, чай пить? Скажи, как на мне сидит мундир? А, под мышками режет.
тебя нет духов. Помилуй, чего тебе еще? Тебя и так уж несет розовой помадой. Будешь танцевать? Не думаю. Я боюсь, что мне с княжной придется начинать мазурку. Я не знаю почти ни одной фигуры. А ты звал ее на мазурку? Нет еще. Смотри, как бы тебя не предупредили. Право. Прощай. Пойду поджидать ее у подъезда. Через полчаса и я отправился. Войдя в залу, я спрятался в толпе мужчин и стал делать свои наблюдения. В самом деле, вам шинель гораздо более к лицу. Не правда ли, мсье Печорин, что серая шинель гораздо более идет к мсье Грушницкому? Я с вами не согласен. В мундире он еще моложавее. А признайтесь, что хотя он всегда был смешон, но еще недавно он вам казался интересен в серой шинели. Я этого не ожидал от тебя. Чего? Ты с ней танцуешь мазурку. Она мне призналась. Ну так что ж. Разве это секрет? Разумеется. Я должен был это ожидать от нее, от девчонки, от кокетки. Я отомщу. Пеняй на свою шинель или на свои эполеты. Зачем же обвинять ее? Чем она виновата, что ты ей больше не нравишься? Ну зачем подавать надежды? Ну? А зачем же ты надеялся? Я дурно буду спать эту ночь. Этому виноват Грушницкий. О, нет. Ты выиграл. Но не совсем. Очень рад. Я люблю врагов. Хотя не по-христиански. Они забавляют меня. Волнуют мне кровь. Сегодняшний вечер был полон происшествий. В верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где течет подкумок, есть скала, называемая Кольцом. Это ворота, образованные самой природой. Они покоятся на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенеющий взгляд. Но никто из нас не думал о солнце. Я находился рядом с княжной. Ой, мне дурно. Известно, что переезжая быструю речку, не должно смотреть на воду, ибо тотчас голова закружится. Я забыл об этом предварить княжну Мэри. Я не обращал внимания на ее трепет и смущение,
и губы мои коснулись ее нежной щечки. Боже мой, что вы со мной делаете? А вы опасный человек. Да? Я бы лучше желала попасть в лесу под нож убийцы, чем вам на язычок. А вас прошу, не шутя, когда вам вздумается говорить обо мне дурно, лучше возьмите нож и зарежьте меня. Я думаю, это вам не будет очень трудно. Разве я похож на убийцу? Вы хуже. Такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было. Но их предполагали, и они родились. И скучно, и грустно, и скучно, и грустно, и некому руку подать, и некому руку подать. Господа, это ни на что не похоже. Печорина надо проучить. Эти петербургские селедки всегда зазнаются, пока их не ударишь по носу. Он думает, что он только один жил в свете от того, что носит всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги. А я уверен, между тем, что он трус. Да, трус? Да, я тоже так думаю. Он любит отшучиваться. Я раз ему таких вещей наговорил, что другой бы изрубил на месте. А Печорин все обратил в смешную сторону. Я, разумеется, его не вызывал. Да это было его дело. Просто я не хотел связываться. Грушницкий на него зол. За то, что он отбил у него книжную. Что? Я волочился за книжной. Да тотчас отстал. Потому что не хотел жениться. А компрометировать девушку, это не в моих правилах. Да я уверяю вас, он первейший трус. То есть Печорин, а не Грушницкий. Ну, Грушницкий молодец. И потом мой истинный друг. Господа, его здесь никто не защищает, никто, тем лучше. Хотите испытать его храбрость? Хотите, это нас позабавит. Не хотим, но как? А вот слушайте. Грушницкий на него особенно сердит. Ему первый раз. Он придерется к какой-нибудь глупости и вызовет Печорина на дуэль. Погодите, вот в этом-то штука. Все это вызовет хорошо. Вызов, приготовление, условия будут как можно торжественней и ужасней. Я за это берусь. Я буду твоим секундантом, мой бедный друг. Хорошо? Только вот где закорючка. В пистолеты мы не положим пуль.
Уж я вам отвечаю. Печорин струсит. На 6 шагах их поставлю, черт возьми. Согласны, господа? Согласны. Согласны. А ты, Грушницкий? Я с трепетом ждал ответа Грушницкого. Холодная злость овладела мной при мысли, что если бы не случай, я мог бы стать посмешищем этих дураков. Если бы Грушницкий не согласился, то я бросился бы ему на шею. После некоторого молчания он сказал очень важно: «Хорошо, я согласен». Хорошо. Я согласен. Хорошо. Я согласен. Трудно описать восторг всей честной компании. Я не спал всю ночь. Утром я был желт, как генеральница. Вы больны? Я не спал ночь. Я тоже. Я обвиняла вас. Может быть, напрасно? Ну, объяснитесь. Я могу вам просить все. Все ли? Все. Только говорите правду. Скорее говорите. Видите ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведение. Может быть, вы боитесь препятствий со стороны моих родных? Это ничего. Когда они все узнают, я упрошу их. Или ваше собственное положение. Вы знаете, я могу пожертвовать все для того, которого люблю. Ну, отвечайте же мне. Сжальтесь, вы не презираете меня, не правда ли? Она схватила меня за руку. Нас могли видеть гуляющие больные, самые любопытные сплетники из всех любопытных. Я освободился от ее страстного рукопожатия. Я вам открою всю истину. Я не буду ни оправдываться, ни объяснять своих поступков. Я вас не люблю. Оставьте меня. Сегодня в 10:00 вечера приходи ко мне по большой лестнице. Большой лестнице. Мой муж уехал в Пятигорск. И вернется только завтра утром. Моих людей горничных не будет дома. Я жду тебя. Приходи непременно. Сегодня в 10:00 вечера приходи ко мне по большой лестнице. Муж мой уехал в Пятигорск. Тебя никто не видел? Никто. Теперь ты веришь, что я люблю тебя? Я долго мучилась, долго колебалась.
Но ты делаешь из меня все, что хочешь. Ее сердце сильно билось. Руки были холодны, как лед. Начались упреки ревности, жалобы. Она требовала от меня, чтобы я ей во всем признался. Говорят, что с покорностью перенесет мою измену, потому что хочет единственного моего счастья. Я этому не совсем верил. Но успокоил ее клятвами, обещаниями и прочее. Ты не женишься на Мэри. Не любишь ее. А она думает. Она, видишь ли, влюблена в тебя. Ты безумие. Бедняжка. Около 2 часов по полуночи я отворил окно и, связав две шали, спустился с верхнего балкона на нижний. Придерживаясь за колонну, в книжной все еще горел свет. Что-то толкнуло меня к этому окну. Попался! Будешь у меня ходить, княжна, ночью! Держи! Держи, вора, вора, держи! Печорин, вы спите? Здесь вы? Сплю. Вставайте, воры, черкесы. У меня насморк. Боюсь простудиться. Напрасно я им откликнулся. Одни меня еще целый час проискали. Я вам расскажу всю истину. Только, пожалуйста, не выдавайте меня. Вчерась приходит ко мне человек, которого я вам не назову, и рассказывает, что в 10 часу вечера видел, как кто-то прокрался в дом к Леговским. Должен вам заметить, что княгиня была здесь, а княжна — дома. Вот мы и отправились подстеречь счастливца. Мы отправились, взявши с собой ружье, заряженное холостым патроном, так, чтобы попугать. До 2 часов ночи ждали. Наконец уж, бог знает откуда, явился, только не из окна, потому что оно было затворено, а через стеклянную дверь.
что за колонной. Наконец, говорю я, видим, кто-то сходит с балкона. Какова княжна? Вот они, московские барышни. Но после этого чему верить? Мы хотели его схватить, но он бросился в кусты, как заяц. Тут я по нему выстрелил. Вы мне не верите. Я вам даю честное, благородное слово, что все это сущая правда. И в доказательство я, пожалуй, назову этого господина. Печорин. Мне очень жаль, что я взошел после того, как вы уже дали честное слово в подтверждение самой ужасной клеветы. Мое присутствие избавило бы вас от лишней подлости. Прошу вас, прошу вас сейчас же отказаться от ваших слов. Вы очень хорошо знаете, что это выдумка. Я не думаю, чтобы равнодушие женщины к вашим блестящим достоинствам заслуживало бы такое ужасное мщение. Подумайте хорошенько, поддерживая свое мнение, вы теряете право на имя благородного человека и рискуете жизнью. Милостивый государь, когда я что говорю, так думаю и готов повторить. Я не боюсь ваших угроз и готов на все. Последнее вы уже доказали. Что вам угодно? Вы приятель Грушницкого и, вероятно, будете его секундантом. Вы отгадали. Я даже обязан быть его секундантом, потому что обида, нанесенная ему, относится и ко мне. Я был с ним вчера ночью. Так это вас я ударил так неловко по голове. Против вас точно есть заговор. Заговор. Я на минуту остановился в прихожей для того, чтобы снять калоши. У них был ужасный шум и спор. Переговоры наши продолжались довольно долго. Наконец мы решили дело вот как. В верстах в пяти отсюда есть глухое ущелье. Они туда поедут завтра в 4 часа утра. А мы полчаса после них. Стреляться будете на 6 шагах. На этом настаивал сам Грушницкий. Убитого насчет черкесов. Теперь вот что. У меня есть такие подозрения. Они, то есть секунданты, мне кажется, несколько изменили свой прежний план и хотят зарядить пулею 1 пистолет Грушницкого. Конечно, это немножко похоже на убийство, но в военное время, особенно в азиатской войне, хитрости позволяются.
Только Грушницкий, мне кажется, благороднее своих товарищей. Как вы думаете, должны мы показать, что мы догадались? Ни за что на свете, доктор. Будьте спокойны, я им не поддамся. А что вы собираетесь предпринять? Это моя тайна. Смотрите, не попадитесь, ведь на шести шагах. Доктор, я вас жду завтра в 4:00 утра. Лошади будут готовы. Прощайте. Два часа ночи. Не спится. А надо бы заснуть, чтобы завтра рука не дрожала. Впрочем, на шести шагах промахнуться трудно. А, господин Грушницкий, ваша мистификация вам не удастся. Мы поменяемся ролями. И теперь я буду отыскивать на вашем бледном лице следы тайного страха. Зачем вы сами назначили эти роковые 6 шагов? Зачем вы сами назначили эти роковые 6 шагов? Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Впрочем, на 6 шагах промахнуться трудно. Разве я похож на убийцу? Вы хуже. Разве я похож на убийцу? Вы думаете, что я вам без спора подставлю свой лоб? Но мы просим сына бить! И тогда... А что, если его счастье перетянет? И моя звезда, наконец, не изменит. Не мудрено. Она так долго служила верно моим прихотям. На небесах не более постоянства, чем на земле. Ты разве любишь? Не буду оправдываться, не объяснять своих поступков. Я вас не люблю. Раз, два, три, 4, 5,
6. Я как человек, зевающий на Бали, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова. Прощайте. Впрочем, на 6 шагах промахнуться трудно. И пусть я умру и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле. Одни скажут, он был добрый малый, другие – мерзавец. И то, и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? Все живешь из любопытства, ожидаешь чего-то нового. Смешно и досадно. Чего так печально, доктор? Разве вы 100 раз не провожали людей на тот свет с величайшим равнодушием? Вообразите, что у меня желчная лихорадка. Я могу выздороветь, могу и умереть. То и другое в порядке вещей. Смотрите на меня как на пациента, одержимого болезнью вам еще неизвестно, и тогда ваше любопытство возбудится до высшей степени. Вы можете сделать надо мною теперь ряд важных физиологических наблюдений. Ожидание насильственной смерти не есть ли уже настоящая болезнь? Написали ли вы свое завещание? Нет. А если будете убиты? Наследники отыщутся сами. Неужели у вас нет друзей, которым бы вы хотели послать свое последнее прости? Неужели нет женщины, которые вы хотели бы оставить что-нибудь на память? Мы вас уж давно ожидаем. Извините, мои часы уходят. Мне кажется,
что, показав оба готовность драться и заплатив этим долг условием чести, вы, господа, могли бы объясниться и кончить это дело полюбовно. Я готов. Объясните ваши условия. И все, что от меня зависит. Вот вам мои условия. Вы нынче же публично откажетесь от своей клеветы и будете просить у меня извинения. Милостивый государь, я удивляюсь, как вы смеете предлагать мне такие вещи. Что же я вам мог предложить, кроме этого? Мы будем стреляться. Пожалуй. Только подумайте, что один из нас будет убит. Я желал бы, чтобы это были вы. А я так уверен в противном. Послушайте. Вы, наверное, забыли про их заговор? Я не умею зарядить пистолета, но в этом случае... Ха, вы странный человек. Скажите им, что вы знаете их намерения, и они не посмеют. Что за охота? Подстрелят вас, как птицу. Не торопитесь, доктор, и погодите. Я все так устрою, что на их стороне не будет никакой выгоды. Дайте им пошептаться. Господа, это становится скучно. Драться так драться. Вы имели время вчера наговориться. Мы готовы. Становитесь, господа. Доктор, извольте отмерить 6 шагов. Раз. 2, 3, 4, 5, 6. Позвольте еще одно условие. Так как мы будем драться насмерть, то мы обязаны сделать все возможное, чтобы это осталось тайным, и чтобы секунданты наши не были в ответственности. Согласны ли вы? Итак, вот что я придумал. Видите ли, на вершине этой отвесной скалы направо узенькую площадку. Оттуда донизу будет сажен 30, если не больше. Внизу острые камни. Каждый из нас станет на самом краю площадки. Таким образом, даже легкая рана будет смертельна. Это должно быть согласно с вашим желанием, потому что вы сами назначили 6 шагов. Тот, кто будет ранен, полетит непременно вниз, разобьется в дребезги, пулю доктор вынет. И тогда можно будет очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачным прыжком. Мы бросим жребий, кому первому стрелять. Объявляю вам в заключении, что иначе я не буду драться. Пожалуй. Лицо Грушницкого ежеминутно менялось. Я его поставил в затруднительное положение. Стреляясь при обыкновенных условиях, он мог целить мне в ногу, легко меня ранить и удовлетворить таким образом свою месть, не отягощая слишком своей совести.
А теперь он должен был выстрелить на воздух или сделаться убийцей. Или, наконец, оставить свой подлый замысел и подвергнуться одинаковой со мной опасности. В эту минуту я не желал бы быть на его месте. Ты дурак! Ничего не понимаешь. Отправимся, господа. Я вам удивляюсь. Дайте пощупать пульс. Ого. А на лице ничего не видно. Бросьте жребий, доктор. Решетка. Орел. Вы счастливы? Вам стрелять первому. Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь. Даю вам честное слово. Он покраснел. Ему оставалось одно средство выстрелить на воздух. Я был уверен, что он выстрелит на воздух. Пора. Если вы теперь не скажете, что мы знаем их намерения, то все пропало. Посмотрите, он уже заряжает. Если вы не скажете, то я сам. Ни за что на свете, доктор. Вы все испортите. Вы мне дали слово не мешать. Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убит. О, это совсем другое. Только на меня на том свете не жалуются. Стал на самом краю площадки, крепко упершись левой ногой в камень и наклоняясь немного наперед, чтобы в случае легкой раны не опрокинуться назад. Брат Грушницкий, жаль, что ты промахнулся. Теперь твоя очередь, становись. Обними меня прежде. Муж, не увидимся. Не бойся, все вздор на свете. Натура дура, судьба индейка, а жизнь копейка.
Я вам советую перед смертью помолиться Богу. Не заботьтесь о моей душе больше, чем о своей собственной. Об одном прошу. Стреляйте скорее. И вы не отказываетесь от своей клеветы? Не просите у меня прощения? Подумайте хорошенько, не говорит ли вам чего-нибудь совесть? Господин Печорин, вы здесь не для того, чтобы исповедовать! Хорошо. Доктор, эти господа, вероятно, в торопях забыли положить пулю в мой пистолет. Я вас прошу зарядить его снова и хорошенько. Не может быть! Не может быть, я зарядил оба пистолета! Разве что из вашего выкатилась пуля, это не моя вина. Я не позволю перезаряжать, это против всяких правил. Вы не имеете права. Хорошо. Если так, то мы будем с вами стреляться на тех же условиях. Оставь их. Ведь ты же сам знаешь, что они правы. Дурак же ты, братец. Пошлый дурак. Околевай, как муха. Грушницкий. Еще есть время, откажись от клеветы. Я тебе прощу все. Тебе не удалось меня подурачить, и мое самолюбие удовлетворено. Вспомни, мы были когда-то друзьями. Стреляйте. Я себя презираю. Вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места. Комедия окончена. И скучно, и грустно. Некому руку подать. В минуту душевную. Невзгоду. Желание. Напрасно и вечно желать.
а годы проходят. Все лучше. Годы. Вечно любить невозможно. В себя ли заглянешь? Недавно я узнал, что Печорин умер. Это известие меня очень обрадовало. Оно давало мне право печатать эти записки. И я воспользовался случаем, чтобы поставить свое имя под чужим произведением. Дай Бог, чтобы читатель не осудил меня за такой невинный подлог. Комедия.